столько фанов на одного единственного? Готова поменять столько фанов на одного единственного? Готова поменять столько фанов на вас будет. Знаешь, что надо сказать? Да. Кому? Яковлеву? Да. Он должен с ним встретиться и сказать, что надо работать. Например, у него есть материал полностью на диск. Да, конечно, он должен, это, он, не согласна с этим. Он должен, да, например. Честно скажет, и в любом случае... Нет. Он должен, например, все показать. Не как он раньше девочкам говорил о том, что у меня все есть и ничего нет. Папа, он должен показать все, что есть. Это, папа, все, что есть. Надо. Договориться с девочками. Договориться с девочками, если девочки. А потом Ваня придет, вот реально скажет и продолжит работать. А мы с Яной скажем, что нам Ваня не нужен, мы не хотим с вами работать. Как бы он нас прощения не просил, какие бы он нам композиции не предлагал. Да. Все, а чем здесь говорит? Короче, то, что я сейчас скажу, будет известно на всю страну. Мамочка, бабулечка, котенок, Олег. Бабочка, Танечка, бабушка Ася, дедушка Вася, Тыся, а, Гусенька, Мусенька, Лялечка. Всех-всех-всех очень люблю. Поздравляю с днем Святого Валентина. Я с вами душой и сердцем, да, а не в этом Сингапуре. Вот. Мы только что получили награду. Я хочу ужасно спать. Все. Спокойной ночи. Я хочу к вам, ужасно хочу к вам, ко всем. Сейчас вот прям, я знаю, что вы это будете смотреть, но я жалею. Там, я хочу ужасно туда, а я сижу тут. А Юлька? Это не надо было, Юлька тебя тоже приехала. Тупыми расспросами расстанемся с масками.
детских сообщит. Я тебе говорю, это вот уже первая песня есть для альбома. Вот уже одна песня есть в альбоме. Для альбома. Для какого? Их 8 есть.